Система отопления, теплые стены. По сравнению с остальными системами отопления, теплые стены обладают рядом достоинств. Передача тепла происходит преимущественно за счет лучистого теплообмена, что влияет на ощущение комфорта человека, пребывающего в помещении. Также это позволяет снизить температуру воздуха на 1-2 градуса, что приведет к экономии тепловых ресурсов до 10%. Из-за низкой конвективной составляющей теплообмена практически отсутствует циркуляция пыли. Для присоединения к основной системе отопления используется коллекторная группа. На обратном коллекторе размещены вентильные клапана с возможностью установки на них сервоприводов. На подающем коллекторе установлены расходомеры, с помощью которых можно выставить нужный расход теплоносителя для каждого контура в отдельности. Настенное отопление – низкотемпературная система отопления. Если теплые стены совмещаются с радиаторной системой отопления, то для подключения контуров используется еще и смесительная группа SG01. Насосно-смесительный узел SG01 позволяет создавать отдельный отопительный контур с пониженной температурой воды. Коллекторная группа присоединяется с основной системой отопления через шаровые краны FADA серии New. Следующим этапом есть монтаж крепления для труб на строительную конструкцию. В качестве крепежного материала используются монтажные планки со специальными пазами для размещения трубопроводов. При монтаже системы используются трубы из сшитого полиэтилена торговой марки FADA. Эта труба изготовлена из высококачественных материалов. Основной материал – сшитый полиэтилен по методу А. Со степенью сшивки 75%. Шаг укладки труб определяется с помощью теплотехнического расчета. Способ укладки – змейка. Этот способ привлекателен тем, что уменьшает вероятность образования воздушных пробок в контуре системы «теплые стены». Монтировать трубы следует при температуре воздуха в помещении свыше 10 градусов Цельсия. После укладки всех греющих контуров, концы трубопроводов подключаются к коллекторам с помощью евроконусов FADA. На коллекторе обратной линии устанавливаем сервопривода. Они, в свою очередь, соединяются с комнатными термостатами торговой марки FADA. С их помощью мы можем регулировать температуру воздуха в помещении. После завершения монтажных работ проводится испытание системы на герметичность. После успешного завершения испытаний проводится процесс нанесения штукатурки на стену. Она не должна быть теплоизолирующей и иметь толщину от 10 до 30 мм. В процессе оштукатуривания трубопроводы системы настенного отопления должны быть опрессованы полуторным рабочим давлением. Система водяного отопления «теплые стены» готова к эксплуатации.